Ребятки, привет! Мы сегодня с семьей решили сходить в этот чудесный магазин, гипермаркет для дома. Вы знаете его очень сильно. Это IKEA. IKEA, кто как называет, это нидерландский, созданный в Швеции магазин. В общем, мы, короче, пойдем сейчас посмотрим по ценам. И, ну, я такой, за между прочим, ролик просто сделаю, показать, какие цены, что вообще предлагается, в сравнении с нашими ценами. И, короче, смотрите, друзья, IKEA вперед! Вот, ребят, экспозиция уже таких взрослых комнат или спальня или в светлых тонах, очень приятно. Тоже смотрите, мы реально зашли сюда посмотреть цены, так интересно, ну, походить и примеряться. Он 100 гривен стоит такая подушка. Сынок, нравится тебе? Комнатка на метров 16 квадратных, такая очень удобная. Все сделано практично, удобно. Или вот сразу тут с пивом, со шведским. Такой салон, зал с выходом на террасу. Тоже тут реклама пива за окном. Прикольно. Вот, друзья, мне очень понравилась вот эта комната, стиль, так как сделали здесь все. Hi, hola. Как все сделано, подобрали мебель. Сразу так зонирование сделали. Круто, конечно. За стеклом. Я так понимаю, так по типу тоже выхода на лоджию, где-то приблизительно. Сейчас в детском отделе, да, соответственно, здесь детский. Такая квадратная, на 18 больше. Неплохо сделано все. Даже вам ноутбук поставили. Ребенок настоящий. Your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be wrong. My son, my love, been waiting for you, my love. Детская, для девочки. Been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. Здесь типа кладовочка, ну, как интересно. You have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you. Тут сразу такое место, где можно подобрать полностью мебель. Вам сделают проект. Видите? Сразу всю комнату, всю квартиру, всю кухню. Там все, что хотите, можно сделать, подобрать с сотрудниками. Знаю, у нас тоже такое есть. Тоже такое присутствует.
Ребятки, друзья, ну что, мы уже заканчиваем, уже все, выходим из магазина, очень под впечатлением, все понравилось, цены реально на многие вещи, на многие атрибуты подешевле, чем у нас в Украине, я думаю, дешевле, чем в России, реально очень понравилось, тут можно ходить просто, гулять, прогуливаться с семьей, и... потому что одно, другое удивляет, как бы, ну, очень круто. Друзья, так что все еще очередной раз хорошего настроения всем. Все, адьос, пока, друзья.